Ремонт дорог в Омске закончен. Об этом сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Омской области. Последней магистралью, на которой завершились работы, стала улица Мельничная. В городе отремонтировали проезжую часть на 36 улицах. На это потратили 100 миллионов рублей из областного бюджета и еще 500 миллиона из средств, полученных от системы «Платон». Теперь главный вопрос в качестве нового покрытия. За ним мэрия и правительство обещают следить пристально. Чиновники будут привлекать экспертов и надеются на общественный контроль. Все обращения от Омичей обещают тщательно рассмотреть.